Приветствую вас. Я думаю, что для спокойствия вам можно и нужно обратиться к врачу, вот, пройти обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у вас каких-то проблем, болезней, может быть, если у вас, это и есть. Вот, я думаю, что плохого в этом, в принципе, ничего нет. А с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, я бы сказал так, что у вас прослеживаются некие проявления напряжения, прослеживаются некие проявления, вот, возможно, каких-то переживаний, вот, каких-то, может быть, внутренних конфликтов имеет место быть, вот. Но это, безусловно, не точно все, да, то есть в том смысле, что -то нужно с вами более подробно разговаривать, чтобы понять, так это или нет. Косвенно на это указывает тот факт, что вы, к примеру, выходите замуж достаточно рано. В 19 лет, это, в общем-то, достаточно рано вы выходите замуж, вот, и, возможно, вас это в той или иной степени, возможно, вас это как-то пугает, вот, напрягает чем-то, вот, то есть это, в принципе, ну, можно и нужно подкорректировать при желании. Если у вас такая вот необходимость, есть, то можно это подкорректировать, вот. Обратиться к врачу можно, но врач, он, скорее всего, скажет вам просто, что вы слишком нервничаете, например, что вы перенапрягаетесь и так далее. Вот. Психологическую проблему а можно исследовать только в личных беседах, вот. Есть ощущение, что вы, вот, знаете, как бы, вот, себе не принадлежите, как будто, есть такое ощущение, как будто, вот, что вы просто, вот, сами себе, как будто, не принадлежите. Я не беру сейчас говорить о том, что это 100%. Так, что это прям 100% правда, но есть такое ощущение у меня, вот, по крайней мере. И мне кажется, что этот момент, его нужно обязательно раскрыть, чтобы он, например, вас как-то, ну, не беспокоил. Вот, и так далее, такая вот история, мне кажется. То есть это вот то, что, то, что можно и то, что нужно вам здесь порекомендовать. Вот, именно исходя из того, что вы написали, именно исходя из того, что
вы озвучили. Насколько, вот, к примеру, вы, допустим, свободны в том, что сейчас делать, насколько вы свободны, насколько вы свободны в своих решениях, насколько вы уверены в своих решениях, уверены ли вы в своих решениях. То есть это вот, ну, те моменты, которые вот мне кажется, обязательно нужно поисследовать, и обязательно нужно вам для себя разобрать и рассмотреть. Вот. Ага, ну, потому что это важно. Это очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом.